Достаем оружие для убийства. Начинаем резать. Херено так сложно режется. Во, вот так бы сразу. Тут тут, короче, скотч бармила. Тут даже написано. Сейчас, не знаю, постараюсь, чтобы на ветку видно было. Вот, видите? Тут скотч от вармила. Лол. Я хер знает, как его расклеить нормально. Вот, вот так. Жесть. Ну, бля, какая! Бля, какая! Охереть, просто охереть. Жесть. Так, тут, короче, дополнительный кейкап, ну, пробела. Просто белый. Тупо белый пробел. И все. Вот. И дополнительные кейкапы капслока, эскейпа с Фудзиямой. Наверное, с Фудзияма, Сакура и восходящее солнце. И скроллок. Так. Тут написано «Вармила». Боюсь повредить коробочку. Тут даже иероглиф Сакура, по-моему. А хотя... Ну, я вижу тут дерево. Насколько я знаю, это Сакура, если я ничего не путаю. Но то, что тут, короче, слева написан канзи, который означает дерево, это точно. Давайте сейчас проверим, короче, врубим японский язык. Японский. Сакура. Да, это Сакура. Все. Ох, момент истины. Раз. Два. И страшно. Опа. В общем. Охеренный. Охеренный. Розовый. Кабель. Кабель. С резиновой насадочкой, ферритовым фильтром, элитным, элитной скрепкой проводов, на которой тоже написано «Угадайте что?» Вармила. Нормальный кейпулер, на котором тоже написано... Фокусируйся, пожалуйста. В общем, тут написано «Вармила», вот, вы видите. Вот она. И сама малышка. Она жмется гораздо приятнее, чем вот эта ИКБЦ. Боже. Теперь надо, короче, заменить, где вот эти кейкапы дополнительные. Гляньте, какой толстый ПБТ-пластик. Сейчас она сфокусируется, чтобы вы увидели, что он крутой. Сфокусируйся, пожалуйста. Вот он. Посмотрите на этот пластик. Он охеренен. Очень туго вынимается, потому что я привык, что, короче, на ИКБЦ-шке уже капы разработаны. Вот. Оба. И вот. Так вот. Мне стрёмно, что она... А, нет, всё нормально. Типа, тут есть даже канавки, в принципе, для вывода кабеля. Всё, минусы КБЦ, парни. Устройство Вармила Keyboard настроено и готово к использованию. Все, класс. Хыть.
понял. Реально видно. Класс. Все. Далее на стриме я делал тайвинг этой клавиатуры, и на этом все закончилось. Но поскольку у моего микрофона была включена функция шумоподавления для стрима, я записал новый с более четким качеством звука и в темноте. Смотрите.